Новости соседей. Левченко заслужил. Губернатор соседней Иркутской области Сергей Левченко повысил себе зарплату на 44%. Также оклад вырос у его заместителей и министров. Он объяснил это экономическим ростом региона за все время его руководства, а также тем, что его получка напрямую связана и с остальными бюджетниками. Уровень заработной платы достаточно невысокий в бюджетных организациях, а заработная плата зависит от заработной платы губернатора. Там в процентах, значит, от заработной платы губернатора. И поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас работать стал в несколько раз больше по объему работ, я должен был решить вопрос, значит, вот при помощи этого указа. Сергей Левченко рассказал, что повышение оклада возможно благодаря невероятному экономическому росту областного бюджета. Мол, когда губернатор только заступил в должность, регион имел огромные долги. Якобы именно тогда он и урезал свой оклад на 10%. Мы за эти годы достаточно серьезную работу провели, и бюджет области вырос с 97 миллиардов до 213. Мы сейчас обеспечиваем социальные проекты в полном объеме, и объем работ увеличился, ну, например, что касается строительства социальных объектов, больше чем в 5,5 раз увеличилось количество объектов. В настоящее время оклад главы региона составляет чуть менее 19 тысяч рублей. В законодательном собрании Иркутской области лежит указ о поднятии его зарплаты до 27 тысяч. Меж тем, за прошлый год Сергей Левченко задекларировал доход более 5,5 миллионов рублей.